Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. У нас сегодня очередная распаковка. Вы, наверное, девчонки, подумали, что у нас распаковка будет из рыболовного магазина. Ладно, не пугайтесь. Просто в такую коробочку мне сложили мой заказ. Давайте смотреть, что я тут заказала. Заказ я делала на сайте океанбусин.ру. Конечно же, я оставлю эту ссылочку для вас в описании под этим видео. Переходите, листайте, выбирайте. Здесь много интересного. Кстати, в магазине часто проходят акции. И, между прочим, в моем заказе большинство позиций у меня получилось ухватить со скидками. В каталоге представлено, как вы видите, огромное количество товаров. И, конечно же, на первом месте здесь раздел с бисером прециоса Чехия. Это самый распространенный и самый, пожалуй, многочисленный бренд бисера. Он представлен многообразием форм, размеров, оттенков, качества. Этот бисер имеет достойное. Главное покупать его в проверенных магазинах и не попадаться на подделки. Переходим в следующий раздел. Здесь представлен бисер Тоха, Япония. Есть несколько размеров круглого бисера, Магатама с интересной формой, стеклярус и даже кубический бисер. Я, кстати, делала из кубического бисера набор колье и серьги, и мастер-класс есть у меня на YouTube. Так что можете тут выбрать подходящий оттенок и сделать для себя оригинальное украшение. Дальше мы попадаем в раздел с бисером Миюки. Это также производство Япония. И если вы хотите получить идеально ровные изделия, то берите легендарный Миюки Делика. Эти бисеринки по своим размерам точно будут все одинаковые. Переходим в раздел с китайским бисером. И такой бисер подойдет, думаю, для плетения флористики. То есть, если вы увлекаетесь плетением цветов и деревьев, например, то этот бисер можно использовать. Конечно же, китайский бисер привлекает своей ценой. В принципе, у них очень большое разнообразие и оттенков. Но для плетения или вязания украшений я этот бисер вам посоветовать не могу. И дальше вы сами видите, сколько здесь еще разделов. Тут и бусины, и кабошоны, и стразы, и различная фурнитура, и инструменты. Девочки, я, пожалуй, не буду заходить во все разделы, потому что мы тут застрянем с вами надолго. А вам я, конечно же, рекомендую заглянуть сюда и утонуть в разнообразии и красоте всех этих товаров. Уверена, вы найдете для себя что-то по душе. Давайте лучше покажу вам то, что я купила. С чего начнем? Наверное, давайте сливки оставим на потом. И начну я, пожалуй, с бисера Прециоса. Наш любимый чешский бисер, который и по качеству своему, и по цене просто идеален. Я заказала себе вот такой вот сатиновый с прокрашиванием серебристым внутри. Матовый такой бисер, да, он там оранжевая бисеринка попалась. Размер чешского бисера у меня везде десяточка, и это 57060, в упаковке 50 граммов. Дальше идет у меня желтый такой же матовый и также с посеребрением серединки или с позолочением, не знаю как это назвать, переливается очень красиво, 87010, кому интересно, прямо вот так вот вместе, я думаю, что они будут неплохо сочетаться, но я, по крайней мере, с таким расчетом это заказывала. И еще есть синий бисер, ну, с желтым он, наверное, тоже будет неплохо, но он другого качества уже, он такой глянцевый, такой, знаете, гальванический, или как он называется, в общем, вот такой вот весь блестящий и с такими бензиновыми, я бы сказала, разводами, то есть то он синий, то он зеленый, то он какой-то розово-фиолетовый, в общем, переливается просто шикарно. 59135 номер. Вот такой красивый синий. Следующий пакетик тоже матовый, тоже с серебрением внутренним, 27080, такой вот бордово-розовый, что ли, не знаю, как назвать этот цвет.
очень красивый. И к нему я брала, возможно, где-то что-то получится у меня сочетать. Также матовый с серединкой блестящей 27010. Вот такие вот оттеночки интересные. Будем думать, что из них сплести. Ну, а этот цвет, посмотрите, какая красота. Блестящий, серый, вот с таким вот блеском красивым, серебряным. 47010. Шикарный бисер. Хочу из него, наверное, либо чокер, если останется. А вообще, хочу жгутик связать себе. Вот такая красота. 47010. Дальше идут варианты уже более дорогие, так скажем. Здесь в упаковочках 10 грамм. Это у нас мелкий бисер. Размер 11, 55037. Вот три пакетика я взяла. И тоже, вот смотрите, он черный, переливается из черного вот в такое серебро. Необыкновенно красивый оттенок. Вот тоже. Тоже все хочу, какие-то либо браслеты из жгутов, либо на шею какой-то жгутик. Так, это напоследок я оставлю. Так, здесь у меня два, а нет, вот уже три упаковочки Miyuki 2011 номер. У этого бисера такой матовый блеск, это благородный, красивый. В общем, тоже шикарнейший артикул. Ну и остался у меня вот такой. Это бисер Туха FR558. Стойкое покрытие. Если вы хотите, чтобы ваши изделия не облазили, то вот, пожалуйста, платите подороже, как говорится. Да? Смотрите, вот 5 упаковочек я взяла. Я надеюсь, что мне хватит на комплект. В общем, пока не буду конкретно говорить, какие изделия я буду из этого делать. В общем, следите за моим каналом, за выходом видео. Не забудьте подписаться на мой канал «Факультет рукоделия». И еще вот такие бусинки я взяла. Мне понравилась их оригинальность. У меня дочь любит авокадики. Они очень похожи на авокадо. Вот думаю, наверное, придумать какой-нибудь чокер ей или браслетик. Ну, в общем, посмотрим, подумаем и, скорее всего, запишем мастер-класс, что у нас получилось. И напоследок у меня для вас анонс мастер-класса, над которым я уже начала работать. Давно мечтала о таком жгутике. Вы знаете, в свое время наплела столько жгутов, все дарила, раздавала, и у меня нет ни одного жгута. Как это не смешно звучит. В общем, как тот сапожник один в один. Так вот, этот жгутик, вот я правда о нем мечтала, именно о серебряном жгуте, потому что серебро я люблю, серебро мне идет, и вот этот жгутик я точно никому не отдам, я оставлю его себе. В общем, следите за выходом новых видео на моем YouTube канале. Не забывайте ставить лайки, подпишитесь обязательно, чтобы не пропустить этот мастер-класс. Напоминаю, что ссылочка на магазин Океан Бусин будет под этим видео. Желаю приятных вам покупок. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!